Кинологи сдают экзамены. Сегодня в парке они задерживали преступников, предотвращали кражи и обыскивали машины. На испытаниях побывала и наша съемочная группа. Утро в парке Победы выдалось неспокойным. Привычную тишину здесь нарушили испытания, проводимые Запорожской кинологической службой. Сегодня 13 молодых курсантов-кинологов сдают экзамены. Здесь они должны показать, чему научились за 3 месяца тренировок. У нас с 95 года существует своя программа подготовки инспекторов-кинологов, которая длится у нас 3 месяца и включает в себя непосредственно команды общего послушания, преодоления снарядов. Главная особенность запорожской программы подготовки – экзамены проводят в реальных условиях. По периметру парка разместились сотрудники службы, которые разыгрывают жизненные ситуации. Распитие спиртного на природе, воровство телефона, нападение с ножом и массовая драка. Задача курсанта – правильно сработать вместе с собакой. После таких экзаменов, я думаю, наши кинологи будут вполне адекватно принимать решения в сложившейся ситуации в городе. По словам Евгения Михайлова, кинологом может стать любой желающий. Милиционер, который скажет: «Хочу быть кинологом, хочу обучаться, хочу совершенствоваться», мы подбираем такому человеку собаку, он проходит курсы, сдает. Но прежде чем отрабатывать практическую часть, курсанты учат теорию, физиологию и методы дрессировки. В целом экзамены сдают неделю. Сегодня заключительная часть. По завершении разбор полетов и в бой. Готов новый инспектор кинологической службы.